Друзья, всем привет! И в этом видео я хотела бы донести до вас мысль сегодняшнего прекрасного утра. Вот на какую тему. Каковы шансы у кого, сколько привести новичков в наш бизнес? Шансов больше у новичка или шансов больше уже у человека, у которого есть результат? Как вы знаете, что наш бизнес, он не строится деньгами, он строится людьми, да, и поэтому тема рекрутинга, она очень важна на любой стадии развития вашего собственного бизнеса. Так вот, очень часто я слышу от людей и от вас, дорогие мои партнеры, о том, что, ну, конечно, на тебя же идут как на лидера, ты же вон какой результат показала, к тебе в команду хотят, а я только пришла, мне нечем похвастаться. Скажу так, конечно, результат в нашем бизнесе очень важен. И я всегда говорю людям, которые приходят в бизнес, покажи быстрый результат. Потому что на результат к тебе придет большее количество людей. Люди любят успех, люди любят движение и хотят прийти действительно к сильному лидеру. Но, друзья, сейчас я вам приведу цифры, которые приведут вас просто, они развеют это сомнение. Дело в том, что за прошлый месяц, ноябрь, я вам даже запишу, в ноябре я лично пригласила 6 человек. И средняя моя статистика сейчас – это где-то 5-6 человек в месяц. Это моя статистика. Успешные MLM-предприниматели говорят, если ты действующий лидер, если ты не пенсионер в MLM-структуре, то твоя личная активность должна быть где-то 5 новых человек в команду. Я эту планку держу. Но кто за мной следит и кто знает, с чего я начинала, октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года, то есть я напишу вот так, 2016 год, я рекрутировала от 20 до 40 человек в месяц. Парадокс? У меня есть результат. Я успешно развиваюсь в компании «Армель». Я человек, на которого идут, но сейчас цифра вот такая. И я же год назад, у меня не было результата, у меня не было понимания этого бизнеса. Более того, у меня было, скажем так, ну, негативное изначально, да, отношение именно к парфюмерии, о чем я сейчас сожалею, но признаюсь вам честно. Слава Богу, я во всем разобралась. Дело не в том, какой результат у вас сейчас. А дело все в том, что рекрутинг – это просто определенная работа, которую нужно делать. Мне до сих пор очень много отказывают. Да, приходят люди, да, срабатывают наработки, но это говорит о том, что я просто это делаю. И неважно, в каком статусе сейчас вы, у вас есть все шансы приводить людей больше, чем приводила я. Почему, спросите вы? Да потому что я, когда приводила людей, просто на духи. Была одна линейка, парфюм. Не было даже авторской линейки, я уже не говорю о новинках, которые вот-вот уже появятся, да, в продаже. Не было косметики, вернее, не было ухода за лицом, да, не было средств по уходу за домом, не было, друзья, кофе. Сейчас на одно кофе можно приводить сотни людей за месяц. Тогда спросите вы, почему же ты сейчас не приводишь так же по 40 человек? Объясню. Дело в том, что сейчас у меня фокус на другом. Да, я продолжаю фокусироваться на росте ширины, и поэтому держу планку 5-6 человек в месяц, для того, чтобы мой бизнес рос постоянно и рос мой чек. Ширина – это ваша стабильность. Но мне также важна и моя стабильность.
вернее, ширина – это ваша доходность, а глубина, друзья, это ваша стабильность. Так вот, мне важно, чтобы мой бизнес стабильно развивался, чтобы в моей организации открывали люди склады, в моей организации стабильно люди делали определенные большие обороты. И такое уже есть. Поэтому мой фокус сейчас на закрытие квалификации в глубине. Моя любимая фраза: судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры, работают, друзья. И это второй парадокс, да. Потому что за прошлый месяц около 600 тысяч были выплаты только в мою организацию. Круто? Хочешь так же? Поэтому все в фокусировке. Когда у меня был фокус именно на привлечении людей в первую линию, это было вот такое количество. Когда у меня другая фокусировка, она с другим результатом. Еще раз запомню, что все зависит не от того, в каком ты статусе. Да? Это может сделать любой. Я не родилась в статусе мастера. Я не родилась с каналом на YouTube в 6 тысяч подписчиков. Я не родилась и не стала сразу записывать видео, я всему это училась. Поэтому, если ты хочешь, присоединяйся к команде Армель, и все получится. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.